Сегодня прекрасный обед. Мы с Надюшкой сходили в Фурса Молл. Это почти 4 километра туда, 4 обратно. Мы купили всем маленькие сладкие подарки. Потом в том числе... 4 километра на постели полежать. Да. Вот. Сейчас обед, четверг. На столе вот появились бананы на детском, правда? Черешня, персики, арбуз, яблоки, слива, чернослив. Пап, что ты там еще увидел? Дынь давно не было. В целом звучит очень красивая музыка. Танюха уже не выдержала жары, пошла нырнуть в бассейн переодеться. А у нее с собой был этот... купальник. Вот. Так что мы довольные, счастливые. Едим вкусные помидоры, мусаку. Ну, кто-то тут наггетсы захотел, поел. Вот такой вот брюд с вишенками. Можно на завтрак, обед и ужин. Красота. И наполник тоже. Приезжайте отдыхать.